Добрый вечер. Ты диспетчер? Добрый вечер. Мне это вставить или не вставить? Нет. Не надо, обязательно вставлю. Нет. Это I'm an observation duty. Короче, это как Call of Duty. Только обсервацион. Обсервацион РФР. В общем, если вы спросите... Что это за слово? Короче, если вы спросите, а почему вторая часть, а не первая? А вот, смотрите, у бустеров есть первая часть, там эксклюзивный материал, все такое. Летсплей на 1:40, где мы прошли успех... На 1:20. У них все равно не весь контент. Короче, контент был закрыт. Вот тут где-то, вот, короче, где-то вот здесь, да, вот. Все. В общем, это I'm an Observation Duty 2, Тимати с ревенчем. Тимати будет мстить. Кто такой Тимати? Без понятия. Ну, это который лучшие девчонки у нас в Observation Duty. Ты тоже знаешь только эту его песню, да? Он что-то еще пел. Да, я только не знаю, только что. Только у него есть бургеры. Говно, говорят. У нас уже нету их. Ну, и даже не попробуем. Black Star бургер. Нет, ну это я знаю. У него вообще Black Star, в принципе, очень много чего есть. Короче, эта игра не объясняет, что нужно делать, поэтому сейчас быстренько объясним, что надо делать. А мы смотрители, охранники, мы переключаем камеры и смотрим, меняется ли что-то на этих камерах. В общем, это хоррор-пазл, где хоррора почти что нету. И когда мы увидим, что что-то поменялось в окружении, мы должны это зарепортить, отослав отчет. И нам игра скажет, правильно мы все зарепортили или нет. Когда слишком много аномалий, то есть изменений накопится, мы проиграем. Поэтому с первой попытки мы, скорее всего, не пройдем. Она уже мне вырывает глаза, если честно. А мне нравится. Вот то, что вот мигает, да? Да. В общем, да, так что New Game. Иду, короче, к людям, самым популярным на Ютубе. Ой. Стоит сказать, что эту игру прошли уже все, кому не лень. Там 200 обзоров всего в Стиме. Так что она не особо популярна. Я не знаю, это Вика мне сказала про нее. Она хотела сыграть. Я как бы тут вообще ни при чем. Я тут вообще за Нью-Коколу. Я бы сейчас сидел в Fallout 3 как... Не, не запустил бы. Кого я обманываю? Поэтому вот. Так что это промка. Это промка, в общем, от Boosty. Да. Поехали. The Cursed House. Оно цветное. Угу. О, кстати, это... Так, целуется. Подожди, там активируй волна. Вторую камеру. Ё-моё. Это чё? Hello, welcome. Угу. А, типа мы можем сидеть. Я вообще не успел ничего посмотреть. Ну давай сейчас, короче говоря, давай перезапустим. Да, давай перезапустим. Давай посмотрим, сколько камер. Давай. Сколько? Тут у нас вторая камера для этого есть. Пипец. То есть раз, два, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 9. Че, в первую часть пойдем? В общем, если что, время идет здесь. Репорты об аномалиях здесь. Что у нас тут есть? Камера. Нерабочая камера. Труп. Открытие двери. Дополнительный объект. Призрак. Вторженец. Исчезновение объекта. Объект, ну, в смысле, увеличение количества объекта. Раз... Growth? Мне кажется, это объект увеличен. Или увеличен. Ну, да, короче, growth, рост объекта. Рост. Движение объекта, уменьшение объекта. Что, реально, что ли, это разные вещи? И аномалия с картиной. Все. Короче, и, собственно говоря, нужно отметить аномалию, где она указана. Мы просто перезапустим это. Пауза. Вот, господи. Куй. Все, мы сдались, мы уходим на новую работу. Это кофе с молоком. Так, картина цветок. Угу. Картина такая-такая. Угу. Пошел в жопу. Так, книги, угу, ваза. Так, ну в целом... Надеюсь, шахматы двигать ничего не будет. Ладно, все. Ага. Да, так, белый здесь, черный там. Да. Подушка так, там соль, была. Перец, чашка, кетчуп, стулья отодвинуты. У нас есть два банан. Яблока. Банан. Подожди. Так, микроволновка, хлебница. Ага, ага, ага. Какие-то штуки. Винички. Вино, да, что там, котелочек всякий. Угу, давай 5 градусов. Да, я думаю, что это не изменится. Head and shoulders стоят.
Цветок. Окей. Так, кетчуп. Угу. Блин, здесь очень много всего. Еп. Ну, я думаю, что-то с этим будет. Ну, вот ладно, здесь. Ага, вот. Да, погнали. Так, и здесь. Здесь. По-моему, вот эту вот, вот этой вот локации использовались для третьей части. Приблизительно. Это что, желтая? Желтая, да. Так, здесь и женщина, китаяночка какая-то, азиаточка. Здесь 4 бумаги, 2 коробки, 3 бокала, винище, что-то открытое, книги. Надеюсь, с ними будет все нормально. Окей. Здесь 2 вина, тарелка. 3. Угу. Блин, слишком много. Жесть. Угу. Зеркало, дверь. Ну, мы можем вторую камеру оставлять. Где будем оставлять вторую камеру? Я подумаю. Здесь всегда было 2 стула, вроде да. Да, всегда было 2 стула. Где, давай, где вторую камеру оставим? Давай здесь. Ну, давай. Пока что. Угу. Она, блин, только... Ну, ладно. Я думаю, что там как раз ничего нет. Угу. Так. Да, ничего нет здесь, блин. Well, жесть. Well, well. Короче, вторая камера, а может ее можно... Может ее можно двигать? Нихера подобного. Красная. Ну, вроде все нормально. Да, и нам нужно досидеть до 6 утра, если что. Да. Тут, по-моему, никаких скримеров, ничего, просто иногда появляющиеся объекты, если вдруг вы здесь пугаетесь этого. Ну, знаешь, что сделать? Записать в летсклей, где будут скримеры, и все скримеры сделать потише. На этом, на редактуре, на монтаже. Кстати, интрудеры здесь есть? Я на эту картину не обратила внимания. Такая была вроде. Окей. Было? И на эти тоже нет, да, было. Вот на этот маяк здесь. Здесь маяк, здесь красные листья. Ну, окей. Здесь тут будут менять, это вообще жесть. Могут. Но это бросится в глаза. Здесь вроде всё ок. Да. Это было сюда здесь? Да. Крутилось? Нет, нет, нет. И не отблескивало вот так вот. А что это? Движение. Movement. Object movement. Object movement. В living room. Living room. А, ну вот, оно двигается. Алло. О! Я только сейчас заметил. Ё-моё! Я смотрю, что там двигается. А я думала, оно отсвечивает, потому что... Я, кстати, не обратила внимания, двигалось. Ну, просто я думал, что может что-то у меня с глазами. Нет, оно двигается. Ну, нет, да, я тоже. Жесть. Ё-моё! Да, оно, да, оно всегда красилось. Назад? На Living Room еще раз. Мне показалось здесь, что двигалось. Все, окей, извините. Извините, пожалуйста. Эта картина была всегда такая, я ее только сейчас заметила. Давай попробуем. Да, если за неправильный вариант вам ничего не скажут. А какая-то, в какой-то игре скажут, кстати. Ну, видимо, не здесь. Ну, вот и узнаем. Вот и узнаем. Скажем. Тон, да. Здесь нормально вроде. Здесь все так было. Тоже, да. Все. Цветок. Угу, значит, все было ок там. Так, здесь вроде все нормально. Да, здесь... Здесь только надо полку объекта. Да чё, оно все двигается? Я вообще не замечал, что оно двигается. Да. Нет, 4, все, это вроде все были нормально. Жесть, если здесь что-то переставляется, это жесть. Вообще непонятно. Нет, здесь вроде все нормально. А первая игра... А вот, кстати, если вы хотите узнать, что в первой игре было, вы посмотрите, подписывайтесь, то будете читать, там всего 2... Это Ghost. Думаешь, на него можно смотреть? Не знаю. Да, о, уходи! Она открыла глаза, блядь. Ghost, это где, извините, было? Это было Living Room. Ну ладно, пусть будет. Тут нет, кстати, этих с тенями и так далее. Всяких отчетов. Кстати, это ничего так деваха было. Мне понравилось. Ну, она такая была, как из убить Билла. Ну, значит, только ее голова осталась. Здесь вроде все good. Еп. Всегда так было, да?
Да. Ну, будем надеяться, наверное. А когда будет труп? Это что, двое сосутся, да? Да. Сосутся. Они и сосались, если что. А трупов не будет. А если бы мы на призраке оставили вторую камеру, была бы нам жопа. Хер его знает. Кстати, вот тут есть снаружи? Нет, нету. Наружа. А, может быть, ярд? Дворик? Ярд. Ну да, может Всегда быть. это здесь было? Да, Это было... было. Все нормально здесь. Что-то как-то... Опять херня. По-любому что-то не замечаем. Вот 100% опять. Три, четыре. Ну, здесь вроде всегда все так было. Да, тут могут быть мелкие изменения, что-то могло подвигаться. Поэтому, Мы вот могли не допустим, заметить, да. вот это здесь могло оказаться, мы не Нет, заметили. она там была. Подушка могла подвигаться. Могла. Там винище, там чашка, банан там на И месте. сок. Здесь все вроде тоже. Я чувствую. Ой! Господь! Ты у меня Это аномалис! плохо, слишком много аномалий. Да. Я ничего не Я вижу. тоже. Но всегда крутилась в эту сторону, да? Но тут нету ничего такого, что типа крутится в другую сторону там или еще что-то. О, Дверь дверь. открыта. А, это Вот, hallway. видимо, на ней появилась. Hallway open door. Где? Доропани. Здесь-то что? Ну, пусть дальше. Подожди. Да вроде так и... Ну как проиграем, потом еще раз пробежимся по всему, Давай пробуем увидим. так. Ярд. Yard moving object, потому что вдруг вот аутсайд есть. Угу. Object movement. Вдруг оно что-то передвинулось, мы не заметили. Ну тут только что-то могло передвинуться. Здесь все так было. Вот по-любому здесь какая-то мелочь исчезла. Слушай, а здесь, по-моему, что-то было, нет? Попробуй. Что пропало? Да. Object. Disappearance. Это так неприятно. Вообще первый раз Так не и было? видеть. Да. Вроде здесь все окей. Винище наверху стоит, Head and Shoulders и есть. Это тоже подушки вроде были. Стул подвигался. Он не так стоял. Не так? Не так. Object moment, да? Да. А кто он стоял? Он стоял лицом, ну, это Окей. сиденьем к столу. Я вообще там не вижу. Если честно. Я еще обратила внимание, такая, о, там есть стул. Нифига Это себе. всегда так стояло? Да. В эту сторону? Да. Ну давай, еще осталось 4 часа посидеть. Думаешь? Херня. Не вытерпим. Всегда? Да. Ну смотри, мужик орал, значит, это дверь была. Да, но с этой дверью еще, скорее всего, несколько аномалий было. Ё! What the... А что там происходило? А вы нормально вы нашли место, чтобы этим заниматься, нет? Давай вернемся, посмотрим еще. Он смотрит сюда. Ладно, все хорошо. It's okay to be gay.
конечно. Нормально, короче говоря, было. Мы такие, вы что тут сосетесь-то? Они что-то нас так посмотрели, типа. А что вы, а нельзя, что ли? Она, по-моему, она меньше, мне кажется, стала. Кто? Вот эта вот коробка. Она была побольше. Да-да-да-да-да. У меня до сих пор это, вот эти пацаны. Да, у меня тоже. В голове. Я не ожидала, если честно. Очень сильно не ожидала. Так, это было здесь, да? Да. Подожди, мне нужно все еще обдумать эту ситуацию. Подожди, нет, никаких пауз, вы на работе. Ладно, да, извините. Успокойся, вы пика-пику. Я, да, извините, пожалуйста, ваше здоровье. Слишком близко к микрофону, наверное, ору, пипец. Хотя, это же было. Так, здесь. Да, все хорошо. Кстати, а камера у нас сколько? 9. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7. Двух камер нет. Почему? 8, раз, 9. Два, да. Три, мы четыре, мы начали пять, не с шесть, этого, да. 7, 8, 9. Всё. Да-да-да, все хорошо. Я думала, мы начали с этой. В общем, не с той комнаты, которую ты думаешь. Сюда, мы думаем, что... Я думал, что... Нет стула! Согласен. Яр. Пацаны ушли и за собой унесли стул. Такие, ну хоть что-то, блин. Ну хоть стул заберем. Да. Здравствуйте. А кто? А вот, понятно, раздевались по пути, в общем. Видимо, да. Так, это у нас стадия. Поставили такие свой ботинок. А типа, что это? Что это? А, это... Нет, у нового объекта. Extra object. Extra object. Чего не object appearance? Изменение картины. Да. Сейчас это в dining room. Так извольте, бля. Какой он грустный. Он... Тут же это, тут же диван. Он грустно смотрел на мужиков. Айо! Айо! Так, dining room. То есть они открыли дверь. Вошли. У них полевитировали шахматы. Он показал им фокус, и тот ему дал. А моя как опять просто хроники. А призрак просто не хотел, чтобы в его living room происходило нечто богохульное. Не, она просто типа их сюда привела, такая, пацаны, здесь свободное место. Так можно насосаться. Не вижу. Нет, нормально. Если бы они еще сосались, понимаешь? Если бы они сосались. Ну, один сосался. Ну да, да. Исчезла тумбочка. Там тумбочка была? Да. С желтой папкой. А, точнее, вот да, желтая папка. Я думал, а где она? Вот желтая папка исчезла, а на тумбочку пофиг. И все, да, да, да. Капец, на самом деле эта коробка так незаметно уменьшилась. Да. Фрукты исчезли со стола. Угу. Ты тоже думаешь, что-то не хватает. И они еще и фрукты пожрали. Как? Отвратительно. Не, у них, видишь, такой вот вечер такой. Томный, я понимаю, да. Но можно как-то иметь какое-то уважение? О, это не было. Был. Да? Всегда. Отстой. Так и было. Так да, и было? Да-да-да. Он просто какой-то маленький мне показался. Ну нет, вроде нормально. Да нет, нормально. Нормальный стул. А, окей. Вообще, если честно, вообще не увидела, что вообще здесь было, но вроде все так и было. Ну, вроде все good. Да. Пни его. Туалет не уменьшился? Просто как-то вот, нет. Эта вот часть меня смутила, ладно. Думаю, ты совсем бы уменьшился. Мне показалось, что там чего-то либо нет, либо что-то уменьшилось. Но... 3 часа. Половину игры прошли. Ё-моё. Мне так комната кажется постоянно такой пустой. Сейчас, подожди, чуваки придут? Стул отъехал. Угу. Ну, он же отъехал, да? Да. Так, камера, по-моему, нету. Давай раз, пролистаем. Раз, два, три. Нет, есть. Нет одной камеры. Есть, да, есть. Да,
пятью камерами было проще. Да. Видите, тут. Ну вот здесь есть, здесь вот эта вторая камера, но, если честно, по-моему, она мешает. Ну, знаешь, что с каждым разом... Спасибо, что ты меня пнул. По-моему, у нас открылся холодос. Разве? Нет, или он такой был? Убери его. Подожди, мне кажется, он как-то... А, он уменьшился. Он уменьшил... А, да, он стал ниже. Куда его убрать, скажи мне, пожалуйста? Не знаю. Я могу вот только... О, дверь открылась. Кайф. Да подожди, мы только этот... Дверь открылась, да? Да подожди. А, подожди, сейчас посмотрим. Всегда так было. Теперь мне кажется, что вся, весь туалет был меньше, если честно. Сейчас мы еще шринкич сделаем. Обчик шринкич. Шринкич. Самое главное, чтобы не было как в первой части, когда нельзя камеру переключать. А почему нельзя в первой части переключать камеры, вы узнаете. Только если подпишетесь на Boosty. Чё? А, не было? Окей. Какой-то звук был только что, я что-то такой... Мне кажется, это я тебя вот это вот делала. Угу. Какой-то холодос у них тогда странный, если честно. Он реально такой был? Да, по-моему, да. Очень странный. Ну то, что дверь открылась так галантно нам, это, конечно, спасибо. Респект. Да там, как обычно, до хера еды, в общем, и мыши. А здесь дверь открыта, или мне кажется? Она такая была открыта? Это дверь, она закрыта. Она закрыта, да, ты уверен, окей. Ну, блин, это закрытая дверь. Окей. Как-то подозрительно все. Так это профессионалы просто сидят, смотрители такие. Смотрители. Пока что самое страшное было, это то, что чувак появлялся такой, эй, do you want to know the rules? Реально. Мне теперь кажется, что все уменьшается. О, extra object. Ну, чтобы оно не полетело в камеру. Реально. Туалет, туалет. Вы уронили. Мне хочется, чтобы машинка уменьшилась. Она стала такой пип-пип. Подожди, камера. Сейчас, сек. Раз, два, три, четыре, пять, восемь, девять. Да, все хорошо. Проверять надо иногда. Угу. Все нормально. Был? Да. Кот так страшно облизывается. Он такой, я вот сейчас так, здесь так и было. Да. А, стула нет. Вот я смотрю, что-то как-то странно. Что-то как будто ли не хватает, или что-то подвиглось. Да что конкретно, мозг не понимает. А мозг такой, нагибатор. Такая была? Да, маленькая. Что-то хот-дога захотелось. Смотрю на эти кетчупы с горчицами и хот-дога захотелось. Нет, просто жахни кетчупы и горчицы. Круто. Так и было ведь, да? Да. Странно, девка не меняется, меня это напрягает. Она, думаешь, должна? Это было? Да. Было все хорошо. О, мы пережили ведьмичий час. Ведьмичий, ведьмачки. Так, дай проверим камеру. Раз, два, три, четыре. Илья, туалет, интрудер. Быстрее. Отстань, уйди. Ну мы же зарепортили. Ну пожалуйста. Ха-ха-ха. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Окей. Нормально. Это было стрёмно. Но мы успели. Это была жесть. Еще стоит такой. Ха-ха-ха-ха. Интересно, он писюнду в камеру засунул? Это было? Это их ребенок? Это было? Да. Окей. Ха-ха. Быстро они ходили.
Получается, они на Нобелевку претендуют. Здесь все хорошо. Да. Да, 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 да. Было. Да. Не было. 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 Да, уверен? Да, здесь всегда были цветы. Хорошо. Здесь вроде тоже все хорошо. И вот так вот мы летим, у нас другой репорт, и мы не можем. Угу. Это было outside. Друзья. Жесткая у нас работка, конечно, прям жесткая. Ну, вообще, колбасит там, знаешь, у него он скутера слушает новый альбом, такой... Нести, Нести! Такая, знаешь, такая себе аномалия. Да, вроде ок. Да, вроде хорошо. Ха-ха. Реально. Я все жду, когда здесь кто-нибудь разляжется. Или когда машина начнет трястись. Okay, hello. Я Бамблби. Это нормально. Здесь тоже все хорошо. Да. Что вызывает у меня маленькие сомнения. Здесь что-то подозрительно все хорошо. Ну, видимо, не дошли. Не насрали. Ты что, мы, получается, профессионал? Ну, так мы ха-ха сделали. Мы профессионально выполняем свою работу? Ну, просто видите, как дверь у холодильника открылась, такие, о, нихуя. В смысле, ничего. Себе. А у нас вообще есть, да, камера, этот, аномалия камеры в плане, то, что да. Она не работает? О, что-то упало. Это обжигло, как думаешь? Или это новый объект? Это новый объект. Это гараж и это мувмент. Вообще-то он упал. Стоим, ждем, смотрим, да? Можем. Хотя не поехали дальше. Могли оставить камеру вторую. Да. Че, посмотрим камеры? Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, ок. Да. Если там по-любому, знаешь, 350 тысяч аномалий было, вы не заметили. Угу. Уменьшилось кресло, маленькое очень. Вот это? Да. Вот да, я думаю, чего? Это маленькое кресло для маленьких детишек. Для маленьких человечков. Для того, который смеялся. Это очень большой стул. Нет. Да. Ты посмотри на эти. Это очень большой стул. Ты уверена? Да. Ладно. Перспектива — это не моё. У меня нет перспективы в жизни. Чего? Так, вот теперь мне ха-ха-ха, неохота идти. А прикинь, надо сидеть целые сутки. Жестко. Ня. Да ладно! Да ладно! Это значит, у меня все нормально с перспективой. Получается, у меня нет никаких перспектив. Ну, типа, там все нормально с ним было вроде. Мне казалось, что нет. Да все, уже поехавшие. Че? Это так и было? Она не была посередине? Нет. Ладно. Она как бы посередине, но не совсем. Ну да, вот именно. Осталась часть? Картина. Да. Я тут даже не посмотрел сейчас. Там были волны. Сейчас нас начнут закидывать. Не факт. Нас так закидывали нормально. Ну, кстати, да. Да, блин, он такой огромный. Да нормальный он, все нормально с перспективой. Это просто... Вот этот маленький. Ты жирный. Этот маленький. А, да? Да, наоборот, уменьшился. Ты уверен? Сейчас посмотрим. Этот маленький. Что? Я смотрю за ним. Мы давай ставим камеру. Да не, нормально.
Смотри туда. Это просто... Получается, у нас мы обои... Это просто маленький дебильный стул для дебилов. Это маленький... Это большой дебильный стул. Это же был? Экстра объект, нет. Этого не было. Гураджи. Экстра. А! А! Вот теперь оп. Ты что, не попал? Это было, да? Было, было, было. Все хорошо. Да. Я все еще мужиков вспоминаю. Я не могу. Я прям не могу. Они очень запоминающиеся. Я не могу отойти. По-моему, подожди, камера, давай проверим. Давай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все хорошо. Камера. Не камера, картина. Картина, да. Кот. Ты мешаешь людям. Ну, я и хотел сказать, что картина, но сказал другое слово на К. Ну, потому что вот этот кака! Кака! Ты ничего там не видела, да, в гостиной? Вроде ничего не увидела. Так и было. Так увеличился прямо на наших глазах кетчуп. А, все, я туда не посмотрел, мне что-то моргнуло. Ну да. Ну так полагаю, это просто на самом деле один раз может за ночь случиться вот это вот, то, что тебе нужно переключить, иначе это вообще жесть. Ну, это было бы жестко, а если честно, это пугает. Кстати, он здесь? А, да, было. Там было. Я думал, что подвинулось. Так, вроде ок. Да. Угу. Полчасика? Да. Получается, мы красавчики. Да подожди, это просто первый уровень. Это Ghost или Intruder? Это Intruder, я думаю. Kitchen, да? Да. Я думаю, это Intruder, он просто из черной дыры идет. Потрясающе. Прикольно ему, наверное. Наверное. Вторая камера не нужна, вот реально. Да. Она закрывает. В целом можно и на свою память надеяться. Интрудер из другого отличный мира. Отличный интрудер. Ну из другого мира, чё? Котик не может нормально все. Я ещё здесь кого не жду? Я тоже, да. Каждый раз думаю... Промельканет, не промельканет. Угу. Зубы! Призрак! Где? Вон, вот. Ага. Блин, какой смешной рот. Только уходи оттуда. Гаст. Блин, я не увидел его. Я просто в туда не смотрю. В туда. В туда. В туда. Ну, призрак ничего не может сделать. Ну почему? Девица-то открыла глаза. Ну она просто посмотрела на нас, чё. Конечно, просто посмотрела. А чё она может сделать призрак? Она же бестелесная, бесплотная. Она может убить наш мозг своими радиоволнами. Так призраки работают, да? Да. А как по-твоему призраки работают? Ты встречал когда-нибудь? Да. Когда? Ну вот, игру играл от призраков. От призраков? Да, Need for Speed какой-то. Не считается. Ну, знаешь, самое обидное, наверное, проиграть в 5.59. Ну да. Тебе говорю, слишком много аномалий. Ты проиграл. Ха! Лох. Блин, не, ну мы филигранно справились с этой задачей сегодня просто. Ты 25 из 28 аномалий. Ну, то есть мы 3 аномалии не заметили. Но Тимати получил свою месть или нет? Кто такой Тимати? Хуй с Тимати. В нашем клубе. Йоу. Йоу. А. 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 Ага. Я черный. Он тоже. Я... Ну что ж ты, я белый. Да, ну в общем, неожиданно, но, слушай, бустером даже не будет второго трая. Тут есть второй уровень, вот второй уровень запишем. Давай. Да. Так что, а вы кто смотрел, в общем, ну вы посмотрели полное прохождение игры... Амэн... Амэн... Амэн...
Короче, Call of Duty. Call of Duty вместе с Тимати. Изи. Изи, изи. Так что, да, в общем, boosty.to/buyunr, вы знаете, там, если что, да, первая часть есть. Нас, кстати, никто не просил записывать вторую часть. Нас никто не просил. Но мы записали вторую часть. А мы не особо слушаем. Она еще третью часть попросит записать, да? Блин, вот третью не знаю. Четвертую, пятую, да, третью что-то я... А она, понимаете, она разбирается, для нее это еще и разные игры. Да блин, в третьей части ты не смотришь на камеры, ты ходишь. Прикольно. Там всякие ебалыги, да, откуда-то выходят. Ой, опять вырезать это все надо, у меня же дети смотрят. Вот видите, как коту насрать на это все. И вы такие, да, нам тоже на все насрать. И все, короче говоря, чё к чему. Ну да, и тут было налито кофе с молоком, если вдруг кого-то интересует. Да, оно все еще тут налито. Ну, короче, все тогда, да, с Ютубом. Пошли что-нибудь запишем бустером. Все с Ютубом. Да, а бустеры там увидят продолжение. Хотите, подписывайтесь, можете поддержать таким образом канал. А я тут что-то выкладываю. Он много не просит. Всего-то 69 за самую дешевую подписку. А так базовая 130. Ну так, знаете. Кстати, на 130 даже... У меня отдельная карточка для донатов, прикиньте. Это не чтобы принимать, а чтобы платить. Нет, слушай, на 130 можно в Макдаке поесть вообще? Ну, можно купить себе парочку чизбургеров и нормально. Макдака нет, правда? Вкусно и точно. Да, да, да. Всем да. Советую. Ну, типа, можно, но это будет совсем херня какая-то. Короче, все, всем спасибо за внимание. Кот, в общем, хочет вас сожрать, так что он уже отправлен за вами, за теми, кто не подписался. Смотрите, он может быть зайчиком. Я потом ей скажу то, что коту это не нравится. А она уже знает, ну неважно. Все, мы ушли. Там где... Не, подожди. Та-т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 а. Нет? Кто понял, откуда на музон, пишите в комментах.